Погода в Магадане переменчива, особенно в межсезонье. Ветер, снег, дождь. Что ждет областной центр в ближайшие выходные? Крышу оторвало. Буквально вот сейчас вот на глазах. Вот. Кошмар. Вот она, собственно, крыша. Наша редакция совместно с жителями столицы Колымы расскажет об этом в эфире «Магаданского времени». В субботу, 23 октября, в Магадане температура воздуха ночью от минус 12 до минус 5. Днем от 2 до 8 градусов мороза. Атмосферное давление низкое, 740 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. В воскресенье, 24 октября, температура воздуха от 5 до 11 градусов мороза. Днем от 4 до 0 атмосферное давление в пределах нормы 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. И не говорите, что не предупреждали.